Свыше 200 тысяч доз вакцин против гриппа поступило в Тверскую область. Не дожидаясь прихода осенних дождей и холодов, региональный Минздрав организовал максимально быстрое распределение противовирусных препаратов по всем муниципалитетам Верхневолжья. Кроме того, уже ведется подготовительная работа к проведению самой прививочной кампании. Вакцины в Тверскую область доставлялись в два этапа. 28 августа регион получил 158 570 доз для взрослого населения. 3 сентября к нам поступили 50 570 порций для детей. Эпидемиологи уверены, что при разработке противовирусного препарата 2020 учтены все варианты. Она эффективна, она в себе содержит в своем составе актуальные штаммы вируса гриппа и защищает организм, формируя иммунитет от тех штаммов гриппа, которые ожидаются в предстоящем эпидемическом сезоне. Вакцина, которая находится здесь, на складе государственного предприятия «Фармация», хранится при соответствующей температуре, которая составляет от 2 до 8 градусов тепла. Распределение по муниципалитетам ведется строго по разнарядке. Судя по тому, как приходится трудиться персоналу, препараты расходятся, как горячие пирожки. Взрослую вакцину получили за 2 дня, а детская вакцина поступила вчера, то есть сегодня уже стали отпускать по разнарядке Минздрава. Значит, в понедельник уже получат там остальные, кто не смог приехать сегодня. Прививаться нужно обязательно, убеждены в областном Минздраве. Второй волны коронавируса нельзя исключать. Вкупе с гриппом он может быть опасен вдвойне. Новая коронавирусная инфекция будет протекать существенно тяжелее в сочетании с гриппом. И сам грипп сезонный протекает достаточно тяжело с высокой температурой, интоксикацией и возможными тяжелыми осложнениями. Вакцинации планируется охватить как минимум 60% населения Тверской области. Прививать будут в первую очередь граждан из группы риска. Это дети в возрасте до 7 лет, призывники, беременные. Особое внимание уделят школьникам, с родителями которых уже ведется разъяснительная работа.